естественно, что мы хотели начало чемпионата, настраивались и команду, настраивали только на победу. По ходу первого тайма было видно, что наш соперник, насытив середину поля, будет пытаться нас поймать на контратаках. Это понимали обе команды, понимали то, что победа придаст уверенности и сил на последующие матчи в чемпионате. Вот. И как бы пытались обезопасить свои ворота и по возможности забить гол. Видно было, что много голов в этом матче не будет. Так и получилось. Судьбу матча решил один гол, такой, опять же, нелепый гол. Вот. Все-таки по ходу команда имела зиму две возможности. Вот, пожалуйста, одна из них завершилась голом. Второй тайм был более живой, было больше осмысленных атак. В принципе, у нас было больше моментов. Но мы их не использовали. Опять, без голов нет побед. Я уже как-то говорил об этом. Опять этот нелепый гол забили. И дальше Зимбу играли по счету. На этом все закончилось. Надо забивать. Не используешь моменты, их можно иметь за весь матч 5-6 и не забиваешь. А команда соперника имеет один момент, забивает. Это футбол. Надо забивать голы. И надо уметь обороняться. Изменения были, есть и будут в любой команде, это не показатель, скажем так, для кого-то, и ничего тут удивительного нет. Изменения в нашей команде были, да. Были новые люди из команды ушли. Остался как бы старый костяк, и здесь не надо говорить о какой-то сыгранности, потому что люди уже достаточно много были вместе, играли вместе, и больших изменений. Изменения будут в дальнейшем, но на сегодняшний день костяк как бы остался. Просто было мало людей сегодня на скамейке запасных.